Какой должна быть спинка ранца, чтобы не навредить осанке ребенка? Нужно ли проверять ширину лямок и сколько должен весить детский рюкзак? Вопросов у родителей первоклассников много. И все, безусловно, очень важны при выборе первого ранца. Что важно учесть в рюкзачке? У него должна быть ортопедическая спинка. Это значит две дышащие подушечки по бокам. Вот. И между ними углубление, чтобы не страдал позвоночник. Плюс широкие удобные лямочки. И на этих лямочках, на одних рюкзаках, может быть разгрузочная грудная лямка, которая позволяет снять нагрузку со спины ребенка. На рюкзачках должны быть светоотражатели. Они могут быть по контуру рюкзака, по бокам и на самих лямочках, чтобы в темное время суток или при плохой погоде ребенок оставался в безопасности. Вес ранца для ребенка не должен превышать 1 килограмма. К тому же он должен быть сшит только из качественных материалов. Проверить это можно по запаху изделия. Резкий аромат краски, клея и других химикатов здесь недопустим. Также рюкзак школьника должен быть вместительным, но не больше 40 сантиметров в высоту. Качественные ранцы для первоклассников в большом ассортименте представлены в магазине «Школьник», который находится в Ворошиловском районе по адресу Ким, 16. Многие жители города приходят именно сюда за канцтоварами и рюкзаками из поколения в поколение. Это наш любимый магазин. Мы приходим сюда каждый год перед выходом в школу, начиная с первого класса. Свой первый рюкзак Юля покупала здесь. Мы с ним проходили очень долгое время, очень были рады, много пятерок в нем принесли домой. И в последующем всегда закупаемся только здесь, всеми канцтоварами, школьными принадлежностями, рюкзаками, портфелями. Модные тетради, ручки, альбомы, краски, закладки и все необходимое для подготовки к учебному сезону в самом лучшем качестве можно найти в магазине «Школьник». Удобная, актуальная опция – все товары можно приобрести удаленно. Просто позвоните, и продавцы сами соберут для вас капсулу из нужного ассортимента. Канцелярский магазин «Школьник». Когда обучение в радость. Анна Муслимова, Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».